Привет, ты меня видишь? А, в смысле... Чё, вебка починил? Так у меня ж костюм сломался. Костюм же блокировал тогда сигнал, то что я не мог подключить вебку. Он же все это делал и всегда там писал, там, сбой загрузки, там, сбой системы. А сейчас же я костюм полностью снял. И вебка-то... В следующий раз предупреждаю, я тут так обкакуниться можно неожиданно. Я тут вообще голый мог ходить. Кто смотрел предыдущую серию, тот знает. В первую очередь то, что мы с Катюхой очень сильно посрались. Потому что я вернулся спустя 2 дня. Я не был дома все эти 2 суток. И она мне начала предъявлять, мол, там, Эдик, там, ты по бабам, наверное, шлялся, по бабам шлялся. Каким бабам? Я мир спасал. Ну, конечно, Катюхе мне пришлось соврать то, что там, короче, бабушка шла по пешеходному переходу, у нее там ногу свело, она упала в воздух и костылем развернулась, возле нее школьник проходил, она костылем как перешмонала ему по лицу, лоб разбила. И такая, полиция, милиция, пожарка, скорая помощь. Я такой... Серьезное преступление, мать! На 2 суток задержали. Я же не могу, ребята, ей сказать то, что у меня появилось вот это. Вот это! Так, а если еще выше? А если вот сюда? Тихо! Все, сваливаем отсюда, пока соседи не спалили. Даже урон от падения не такой большой. Фу. Это не все. В этой серии я планирую научиться полностью овладевать вот этими способностями. Быстрый бег, высоко прыгать, лазить, паутина, шмаутина. Кто помнит, вчера меня очень сильно болела башка, то, что меня как раз таки этот паук укусил, я не знаю, что со мной происходило. Сейчас, вроде как ни странно, я чувствую себя прям как квашеный огурчик на все 100%. Поэтому, пока мне хорошо, я шил себе костюм. Катя меня учила. Там иголки, нитки берешь, засовываешь и типа шьешь. Ну, я приготовил костюм. Первая версия. Ты готов его лицезреть? Барабанная дробь! 1, 2, 3! Опа! Вот он! Вот он! Ну, я пока ничего не буду с ним делать, я пока, естественно, я сказал, я пока не буду его надевать, я надену его там, куда я сейчас отправлюсь, для того, чтобы научиться лазить по высоткам и также нормально владевать своими паутинными чувствами. Я же человек-паутина, или паучок, или человек-паутина. Не знаю, как правильно, неважно. Катюхи дома нет. Она ушла на учебу и сказала то, что вернется только поздно вечером. Кстати, вот эту картину надо бы уже поменять, потому что она слишком старая. Ну ладно, все это потом. Все это потом. Перчик! Бесполезная собака, охраняй здесь все. А я отправился. Конечно, я поеду на машине, потому что я не хочу летать по всему городу, как паук, чтобы меня спалили. Поэтому сначала на машине, а там уже разберемся. Я не хочу сегодня опять опаздывать, чтобы кто-то опять подумал, что я и там с кем-то гуляю, сменяю с каким-то тем. Как будто вот здесь! Ты куда в лес ты заезжаешь? Остановись! Вот здесь. Здесь машину я и оставлю, за вот этим зданием. А вот та самая высотка, на которую я сейчас хочу забраться. Фу, вы готовы? Я не знаю, что с этого получится. Надеюсь, что я не шандарахнусь. Паутина. Все работает. 1, 2, 3! Что ты будешь делать? Может просто вот так взять и вот так забраться и все? Но мне же нужно овладеть вот этим навыком. Когда мы были на заброшенном заводе, я мог забираться по стенам. Что сейчас произошло? Давайте еще раз. 1, 2, 3! Да ядрить! Так. А может костюм надеть? Возможно, он поможет мне поверить в себя. Давайте попробуем.
А можно очки, пожалуйста? Я ни черта не вижу. Можно на костюм очки надеть? Не? Вот сейчас 100% все должно сработать. Если бы я еще что-то видел, было бы вообще нормально. Куда прыгать? А сюда. Раз. Два. Три! Да! Я полез! Вроде как. Я ничего не вижу, но вроде полез. Я лезу! Опа! Опа! Я на крыше? Я... Офигеть. Костюм реально справляется. Еще бы научиться его вот здесь застегивать. Руки не дотягиваются просто. А сейчас самая главная задача. Мне нужно перепрыгнуть вот этот... разрыв. С одного дома на другой дом. Я вроде умею быстро бегать, я умею высоко прыгать, я умею использовать паутину, я умею карабкаться по стенам. Это значит, то что самое главное, поверить в себя. Взять кулак в кулак, ногу в ногу. Фу, твою мать, я в маску плюнул. Фу. Раз. Два. Три. Не-не-не-не-не-не-не! Ну я еще дарахнулся, конечно, с такой высоты! Разрешите представиться, старший лейтенант-майор, капитан-адмирал Эдуардо! А вы... У нас здесь просто тестирование инородного оружия, секретного оружия против хулиганов. Знаете, вот эти хулиганы, которые со своими баллончиками ходят по городу, граффити, как они это называют. Самые большие хулиганы, хуже террористов. Вот, это секретное оружие, чтобы я мог забираться на всякие высотки, там, стирать эти граффити. Да, короче, давайте я вам лучше дам 100 рублей, ага. А вы никому ничего не расскажете, и вообще, как будто вы ничего не видели, окей? Ага. Ядрить, колотить нужно. Не так палиться хотя бы. Сейчас, ой, я не подобающий вид. О, ладно. Да, что опять? О! Вторая попытка. Криво немножко. Но я еще не привык к этому костюму. Да залезьте уже на кай... Раз. Два. Три. Так, нет! Башка цела? Дедушка, давайте мы с вами так договоримся. В этот раз я вам дам 500 рублей, хорошо? А вы сделаете вид, как будто у вас амнезия. Вы ничего не помните, ничего не видели. Ага, хорошо. Мне кажется, он реально ничего не помнит и ничего не видит, поэтому все нормально, я ему даже зря бабки даю. Последняя попытка. Я надеюсь, то, что я смогу в этот раз перепрыгнуть и все сделать. А сейчас реально можно попробовать с помощью паутины. Не зря же она у меня есть, не зря же я могу ею стрелять. А что если сделать просто вот так? Опа, вот сейчас, разгон, раз, два, сейчас должно получиться, три, два! Офигеть! Так, повыше сюда забраться, а если вот на это здание, вот, допустим, если вот сюда. Так, ага, сейчас, забраться вот так. Зря же я учился лазить по стенам. Ага.
А сейчас вот на это здание. Это моя финальная цель, потому что, ну, я все же решил то, что мне нужно вернуть костюм старый. Тем более он сломан. Он сам сломался. Мне нужно забраться туда, на самый верх, оставить там костюм, сделать вид то, что я его не брал, то, что он так же, как там стоял, так и стоит до сих пор, и просто свалить отсюда. Сейчас я заберусь на вот этот этаж. Ух ты, ёханый, как я сюда сразу залетел. А сейчас можно даже на лифте прокататься. Вот так. Здравствуйте. Вам наверх или мне наверх? Я аниматор, детский аниматор. Меня вызывают на праздники. Сегодня, кстати, в башне Старка у кого-то день рождения, меня просто вызвали, чтобы я там детей развесил. Я аниматор, типа пиу-пиу-пиу-пиу. И там пиу, Человек-паук, пиу. Чё ж-то лифт-то так долго едет. А вы здесь работаете, да? Хорошие у вас очки, мне очень сильно нравятся. Гуччи, да? Чё лифты у вас такие медленные? Я на крышу еду, да. О! Мой этаж! Рад был познакомиться. Удачи вам на работе. Ага, ага, дайте я выйду. Я ничего не вижу в этом костюме, подождите. Костюм аниматора очень плохой. Ёханый ты, бабай, чуть не спалился. Так, все, валим отсюда как можно скорее. Сейчас мне нужно забраться еще повыше. Вот... И вот сейчас туда. Фух. Вот здесь я в этот раз оставлю костюм, не там ниже, потому что он меня спалит. Сюда. Да, и вот здесь оставлю костюм. Сюда. Он здесь стоял, я его даже не трогал. Здесь с самого начала все вот так было. Выглядит, в принципе, как новенький. Ничего с ним даже не случилось. Ну, может, где-то там поцарапан. Пускай стоит. А я потихоньку свалю отсюда. Пока меня здесь никто не спалил. Пойдем обратно на... Тони Старк! Рад с вами познакомиться. Все же спалился. Я сейчас все объясню!